Резонаторы, которые вот я сюда резонансы закладываю, ритмические и масштабные, я их сюда закладываю, и вы когда их на вас, они проецируются через глаза, да, или в движении, или через музыку, да, то вы в эти резонансы попадаете. Собственно, это вот та самая медитация. Я почему говорю, что искусство – это медитация. Вот. То есть это когда я, будучи гармоничным человеком, так, ну, например, хочу или создаю, или пытаюсь, да, беру на себя такую смелость, вот, я создаю с другим человеком, с его чувствами, через логику, через жесты, через движение, через глаза, через уши, короче говоря, через физику, через физиологию. Что такое зрение, что такое слух? Это же волновая система. И вот если вы видели у гитары, когда ее настраиваешь, да, там струну, когда ее настраиваешь, одну струну, и когда она расстроена, ну и что, она так дергается, так. А если как только ты настроил эту струну в унисон, то вторая струна начинает дребезжать, сама двигаться. То есть ты тут дергаешь, а та начинает дребезжать. Вот этот унисон, это вот великая вещь, которая, собственно, это как бы схема взаимоотношений человека в искусстве. И вот я свои струны, свои чувства настроил где-то или в жизни настроил, да, мне там родители, воспитание, образование их настроило, и я когда это что-то делаю, это бессознательно резонирует с другим человеком. Простой путь, легкий путь, подложить туда какую-то основу, сделать вот такую корявую вещь, я их часто вижу, в цвете, в линии, но при этом назвать какой-то, каким-то названием таким спекулятивным. Ну там, например, взять это «Борьба добра со злом». Назвали, люди подошли и начинают думать уже. Тут у них резонансы не... Вот убери название. Я очень просто проверяю изобразительное искусство на предмет фальши. Я убираю название. Мне отложится. И часто очень многие работы без названия вообще ничего не говорят. Они отталкивают, они не резонируют, они меня не гармонизируют, они разрушают мой внутренний мир. А художник спекулирует, он туда название подложит и думает, что нравится. Так вот, то же самое происходит вот с этим корявым художником, да? Он тогда назовет это как-нибудь хитро, там, путь такого-то туда-то и так. Да еще чаще всего все это чернушное у нас. То есть они же создают не гармонию, они все что-то все пытаются как-то вот очень сильно в искусстве критиковать. Я в жизни много критикую, но в искусстве я как раз наоборот я пытаюсь создавать гармонию. Да? Так вот, ну а моя красивая линия, которая, ну, вот, подобная, я ее могу как-то, причем она не обязательно лекальная, знаете, есть еще лекальные такие, она не обязательно, это просто очень какое-то интересное сочетание одного с другим, сделанное здесь, сейчас, вот, и вот уже появляется, а если сюда еще уже начать добавлять цветовые пятна какие-то, но они должны быть обязательно в точном месте, уникальном. Вот, а со студентами с вами можем уже подумать, а надо куда-то что-то здесь добавить, в какое место можно добавить. Вот. И появляется вещь, которая, собственно, самодостаточна и красивая, кто спорить не будет. Вот. Причем, опять же, видите, ее можно повернуть так, ее можно повернуть так. Нет смысла вообще, где верх, где низ, что она назначает. Что я тут написал, буква это или не буква. Вещь-то, она, ну, это сделано очень быстро, экспромтом, да, и тем не менее, из нее я могу потом уже сделать все, что угодно, и ее, так вот, грубо говоря, можно и на стенку уже повесить. Вот, и она где-то уже будет о чем-то говорить, она уже вот этими движениями. Теперь вот, если разбирать вот то, что здесь произошло, в данном примере, да, ну, это, опять же, на отдельных занятиях можно рассматривать. Вот она лекальная линия, она у меня отработана моей механикой, да? А вот это вот на контрасте к ней, на противоходе, другая. Я абсолютно уверен, просто математика у меня всегда, да? Что если мы вот формулу вот этой линии знаем, да, она элементарно вычисляется, там интеграл какой-то, и эта формула, и вот эта точка вот здесь, и вот эта точка пересечения, и вот эта точка, которая произошла здесь, и вот эта точка, и вот это, они, обратите внимание, все начинают находиться в какой-то интересной ритмической системе. И эта ритмическая система, и любой рисунок, вот какой, есть, люди, конечно, многие гении, они же, и я это не считал,
И тот, кто рисует, это не считает. Вот то знаменитое золотое сечение, это так, это художник, в общем-то, часто его и. Это, как бы сказать, никто не просчитывает. Но дело в том, что вот сейчас вот сюда приложите вот эту схему, и вы здесь найдете это золотое сечение. Вот в чем секрет. Кто кого родил? Я золотое сечение родил, или золотое сечение меня. Вот. Такие движения. А вот эта вещь, она. И я могу дальше. И таких вот. Здесь есть направляющие. Вот основная направляющая, да, линия. Вот направляющая линия через точки, да. Эти точки пересекаются. Вот эти все точки, вот эти все линии, вот эти все окружности, они математически, формулы существуют. И эти формулы очень легко и красиво укладываются. Вот формулу вот этого сделать невозможно. Вот. Здесь просчитать этот ритм. Вот я вот, например, сейчас еще, например, нарисую, да, что-нибудь. Вот такое более простое. Да. Ну, здесь же этот четкий вот ритм просматривается, да? Вот. Более того, это размер, масштаб. Вот это ритм, да? А есть масштаб. Масштаб этого, масштаб этого, масштаб этого. Он может быть разный. Здесь упрощенный вариант. Упрощенный. От большого к малому, от широкого к длинному и так далее. Но это уже система. Вот создание системы гармоничной, это, собственно, и есть, можно сказать, каллиграфия, да. В том виде, в каком мы потом это видим, там все гораздо сложнее. Но там все это системно. Поэтому, когда я часто вижу работу якобы художника, якобы, да их вот и на этой выставке, уж извините, у меня очень много, я подхожу, а я там системы цветовой не вижу, пластической системы не вижу, ритмической системы я там не вижу, а вижу название. Я понимаю, что это какая-то фальшь, меня где-то здесь обманывают. Что в данном случае я рассмотрю не художественное произведение, не живопись, не графику, а я смотрю какую-то подделку под литературу. Вот два простых варианта. Уберите название, уберите смысл. И если вы это с этим резонируете, если вам это нравится и вас каким-то образом соприкасается, значит, уже можно об этом говорить как об искусстве. А, кстати, обращали внимание, что везде пишут искусство и литература. Эти два понятия разведены. Они разведены, потому что вот искусство, оно оперирует, оно стремится к абстракции всегда. А литература, она конкретика, это язык. Это очень. Ну, это совсем другая сфера. Литература, язык – это смысл. Написано в Библии, да, в начале было слово. И слово было у Бога. Да? Но, насколько мы знаем, перевод был с греческого, греческий, там, с древнееврейского, и там-то это было не слово, да? Что, вам надоело рисовать? Нет, нет. А то я рисовать начну. С удовольствием. Такой произошел интересный, я почему с каким-то сомнением отношусь к христианству в России, в русском языке, потому что это вера, переведенная с чужого языка. К сожалению, это так произошло. И все те мифы, все те молитвы мы переведены с чужого языка, и имена у нас теперь чужие. Не русские, да, все. Но дело-то не в этом. Дело в том, что вначале было слово в основе веры, в основе чувства, в основе самого главного духовности у нас лежит, на мой взгляд, очень сомнительный постулат, что вначале было слово. Дело в том, что слово с греческого переведено было как, вернее, на греческом оно звучало как логос, да. То есть там-то это звучало как вначале было логос, был логос. А логос это гораздо сложнее и интереснее, чем просто слово. Вот в русском языке слово, оно имеет несколько поверхностей. Ну, конечно, если в глубину языка вдаваться, то, конечно, слово это очень такая базовая вещь. Но в нашем звучании это слово. Вот у нас говорят, есть слово и дело, да, всегда различают. Есть логика,
А есть слово, это вроде что-то сказано. И это подтверждает поговорка русская, как там, мысль изреченная есть ложь. То есть это вот по-нашему. Если ты что-то перевел в слово, значит, ты уже мысль нарушил, соврал, значит, получается. В то время как логос – это не вранье, логос – это план, это вообще-то логика. И это вначале была логика, и эта логика была у Бога. Так звучит это все. И это совсем другое значение для меня имеет. Я не буду вдаваться в такие вот серьезные вот эти вот теологические вещи, но мне этого достаточно, чтобы понять, что все-таки слово это не просто слово, а там есть логика. И вот я про это и говорю, про логику вот в этих вещах. Вот. Так вот, поэтому язык и литература, она оперирует ближе к логике и ближе, хотя и чувствами тоже, когда в поэзию переходит, когда слова начинают нанизываться на ритмическую основу, на там, какие-то системную основу, проза перестает быть вот такой, несколько такой, вот, а она превращается в поэзию, и тогда появляется два крыла. Вот было одно крыло мысли и логики, которая заложена в слове, в сухом научном слове, да, но если сухое научное слово или любой там афоризм перевести на ритмическую основу, появится песня, песню положить на музыку, вот, и люди, которым сказать, что раз, два, три, четыре, пять, ты должен сделать то-то, то-то, он тебя не послушает, а если ему поставить музыку, вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, они все встают и идут с помощью вот подключения второго этого крыла, искусства. Я, давайте, чуть-чуть покажу картинки, чтобы вам не так уж самое, совсем скучно было, и что-нибудь расскажу. Ну так вот, именно про эти. В данном случае у меня здесь две темы. Каллиграфика и календография. Я так это назвал. Почти с детства я вот утром встаю. Ну, не всегда, конечно, это зависит от обстоятельств. Вот. Я беру листочек и пишу на нем число. Но число не простое, а вот именно по законам можно написать, можно напечатать число, да? Ничего это не значит. Вот это как зарядку делать, да? Можно по телевизору посмотреть, как там фитнесом девушки занимаются, и считать, что ты сам сделал зарядку, да? А самому надо тоже сделать. Я встаю сегодня, вот у нас, да, седьмое число. Седьмое, да, седьмое, да еще 07. И я это сделаю сейчас как-нибудь так. Вот седьмое, вот, 18. Вот. У меня получается какая-то вот такая штука. Такая. Иная, я могу их много делать, но разными материалами. А обратите внимание, вот все говорят, чем вы рисуете, а какая разница? Речь, я все время веду разговор о сути искусства, о сути того, чем мы занимаемся, а не чем мы это рисуем. Вот, современное все образование построено на приеме, на обучении вот этим рецептам, при полном отсутствии как бы вот этой логики, сути и вообще понятия. А вас учат, как нарисовать елку. Надо взять кисточку номер 2, краску там зеленую, и делать вот такие штрихи. Все. И человек становится роботом. Я все время пытаюсь говорить о другом. Вот опять, ну семерку мы можем нарисовать иначе, да? Могу так нарисовать. Так, например. Я могу их завязать в две семерки, так, и пойти вот таким вот способом. Да? И так далее, и так далее, и так далее. Это бесконечный вариант. Да если сюда прибавлять еще следующие цифры, а если сюда добавить еще несколько мыслей, а если у тебя настроение, например, грустное, или наоборот веселое, ты будешь тогда, ну, цвет пока не берем, это усложнение, делает интереснее. Вот. Но если у меня настроение, вот я все время говорю, что искусство – это жесты в основном, да?
И вот если у меня вот такое вот настроение, и жесты у меня такие, значит, я и семерку такую нарисую, вот такую, 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 и все ли у меня получится, да? И все равно получилось почти каллиграфическое, да? Я неудобно сижу, сейчас я как-то делаю торопливо. Вот, я ее, вот таких листочков у меня дома, вот такая пачка, пол, да? Я их просто делаю, какие-то выбрасываю, какие-то оставляю. Таким образом у меня родилась вот эта вот тема календографии. То есть числа, заложенные сюда, а потом они уже уходят из самого понятия числа. Во многих из этих вещей чисел-то и нету там уже. Вот, например, вот эта вещь. Ну вот она здесь. Я сам уже не помню. 23 февраля это. Ну, можно под нее подложить смысл праздника, а можно не подкладывать, да? Ну, это конкретная фраза. Вот третья. Там внизу не смотрите, это что-то не то. Вот. Это 3 февраля, да? Это, наверное, 22. Меня уже сейчас не волнует, они там где-то у меня записаны. И чаще на обратной стороне я тоже могу что-то написать, мысли какие-то писал раньше. Или типа дневника какого-то. Но что меня привлекает? Вот это моя одна из тем моих, да? Это и не абстракция, но уже и не логика литературы. Это вот такая вот интересная, на мой взгляд, для меня, по крайней мере, жанр, не жанр, ну, вот я не знаю, что я это искусство. Я это не делаю не для показа. И вообще, я вот проповедую то, что художник занимается искусством не для денег и не для того, чтобы это кому-то показывать. Если это с кем-то резонирует, радость неописуемая. Но главное, это моя как бы первопричина и мотив. Это собственная гармонизация вот, с листом, с буквой, со смыслом. Вот мне кто-то сказал, например, две буквы, а мне уже интересно между ними найти систему. Вот и все. Александр, как фамилия? Белобородов. А, Б, да. Ну и поехали. Можно эту систему, причем я могу, глядя на его округлости, делать это каким-то вот таким вот образом, да. Вот, и получить. А учитывая, что вот он любит там синий цвет, да, мы можем вот эту букву, а вот таким вот. Вот она, А, Б, да, почти автопортрет, да, можно сказать. А если бы, ну я могу вкладывать сюда, как бы, вот внешние вещи, а могу не вкладывать, это не обязательно. Вот когда я вкладываю какую-то внешность, да, или, ну, конечно, вот опять же логика, да, вот девушка, как вас зовут? Рита. Рита, ну вот, Рита, это фамилию не хочет. Белеева. Да, а? Белеева. Вот. Вот я все-таки возьму. Вы ж в школе не упали. Абсолютный электрон. Это тоже важное состояние. Обязательно. То есть моего понимания искусства. Если отсутствует электрон, то это становится дизайном. Это не плохо, не хорошо. Дизайн в дословном переводе – проект. То есть когда ты проектируешь, то есть заранее задумываешь, прикидываешь, как это должно быть, куда. Очень многие художники, в общем-то, они действительно дизайнеры. Неплохо, не хорошо, но это другое. Искусство – это для меня отсутствие такого просчета все-таки. Конечно, эта математика и логика здесь появляется, но она появляется не как первоначальная причина, да? Какой цвет у вас любимый?
зеленый. Ой, вот как, вот как вы мне задачу-то задали? Здесь зеленый, да? Ну вот зеленого-то здесь у нас почти и не будет. Ну не знаю. Ну, опять же, а ведь это же задача, да? А ведь это же задача. Ну что, тогда надо думать, какой сюда зеленый подобрать. Вот и тогда надо брать краски, потому что не каждый зеленый сюда ляжет. Это уже чисто цветовая задача, да? Это уже колористическая, это уже живопись начинается. Поэтому с графикой как бы не то чтобы проще. Графики свои сложности, а в этом свои. Но цвет добавляет нам. Не получается. Вот. И тем не менее, заказ был зеленым. Ну пусть. Ну вот видите, очень много голубого, вот есть белый, смотрите, такая, да? Но, коль было сказано зеленый, я вижу, что вот я эту точку зеленую поставил, а она здесь мелковата, одиноко слишком ей. Поэтому я считаю, ну я могу ошибиться, что надо вот добавить какой-то вот такой вот. Тогда где-то вот как-то это вот. Здесь, ну, я могу себя критиковать. Конечно, есть моменты, которые, то, о чем я говорил, какие-то случайные корявости. Иногда они не так бросаются в глаза, иногда бросаются, может, здесь не очень бросаются, но это все зависит уже от того приема, который ты выбрал. Вот. Это что касается вот конкретных цифр, букв. Что это? Что это? Абстракция? Я не знаю. Но, кстати говоря, любую работу, хорошо построенную, композиционно сделанную, можно, в общем-то, как угодно поворачивать. Можно так поворачивать. Она будет все равно гармонична и равновесна. Можно так ее поворачивать. Можно так. Вот. Можно ее там, зеркально посмотреть. Вот если ты ее выстроил правильно, гармонично. Хотя это не всегда, это не обязательно. Потому что многие, опять же, задуманные вещи, они часто имеют четкую композиционную направленность. Ну, особенно это, когда находится в среде в какой-то. Но это уже более сложные разговоры, это уже разговоры о какой-то такой-то вещи. Мы говорим про знак, про графику, про логику каллиграфии, логику знака. Если вернуться как бы к методике, то знак, ну вот само слово по себе знак, это знание вообще-то, да, то есть обозначение чего-то. Мне очень нравится эта версия, я не знаю, может это я тоже сам придумал, но говорят, что все китайские иероглифы, они произошли из рисунка, потом они абстрагировались, то есть был, условно говоря, нарисован человечек, потом добавили чуть-чуть, потом убавили, появился иероглиф человека. Вот. И уже там мы человека мы там не узнаем, но он несет в себе вот эту вот основу человека. Да? Мы можем уже здесь не прочитывать слово Рита, да? Но она там уже заложена, она честная в этом отношении. Это не просто так вот линия какая-то. Вот это соединение очень-очень конкретной причины живого человека и художника вот тут, сейчас, в этом месте. Это, на мой взгляд, и есть вершина вообще искусства. Мы ушли от ее внешности, хотя внешность можно портрет нарисовать, но я говорю, что это и дурак сделает. Да? То есть, ну, он возьмет так, ну, в крайнем случае фотоаппарат возьмет и получит он эту вот ее внешность. Да? Ну и что? Ну, художник, который долго тренировался, он сядет и так вот в течение получаса так вот срисует, он рукой владеет, но он срисует. Ну, вложит туда какое-нибудь чувство, там, так называемый образ.
Ну и что? Для меня это тоже не великое искусство. Этим занимаются студенты на первом, на втором курсе. Ну, занимаются. Вот они это портреты рисуют. А вот создать знак только сейчас, только сегодня, только присущий тебе лично, вот твоему жесту, он авторский, никто вот так вот не сделает вообще уже никогда в жизни. Любую картинку, любую фотографию, любой пейзаж, в принципе, можно повторить, и даже портрет можно срисовать. А вот сделать такой знак, вот для меня поэтому вот эта тема каллиграфики, она для меня, ну, стала как бы этапной и последней, может быть. То, к чему приходишь, вот к этому такому и вроде бы абстрактному искусству, но оно и не абстрактно. То есть там для меня вот в этом, в этих вот упражнениях, в этих экзерсисах заложена вообще вершина изобразительного искусства. Там соединяется все. Чего там нет, скажите, я не знаю. И там самое главное есть то, чего должно присутствовать в искусстве, то единственное, чем оно определяется. Вот если отнимать всю шелуху, снимать с искусства там материальные, деньги, литературщину, конъюнктурщину,